рейтинг лучших шуруповертов для дома по цене до 5000 рублей и с двумя аккумуляторами в комплекте. Пятым местом открывает наш топ-шуруповерт BoxBot CD2015BL. Компактный инструмент за 3500 рублей, оцененный покупателями в 4,5 балла. Составляя наши рейтинги, мы стараемся анализировать максимум информации, а не только ту, что дают производители товаров. Так уж повелось, что многие из них любят приукрашивать параметры. И BoxBot как раз из таких. В документации мы видим 45 ньютонов на метр крутящего момента. И это очень много. Как же такой малыш их выдает? А никак. В реальности там всего 20 ньютонов. И справедливости ради, это тоже немало для бюджетного шуруповерта. Именно со своими реальными, а не выдуманными параметрами, этот инструмент попал в наш топ. И он определенно заслуживает внимания. От дешевой техники изначально не ждешь многого. Но тут с характеристиками все в порядке. Классические 1450 оборотов холостого хода и патрон с максимальным раскрытием на 10 мм. По качеству у покупателей нареканий тоже нет. Шуруповерт хоть и не хватает звезд с неба, но со своими задачами вполне справляется. Легко закрутит шуруп или винт, не говоря уже о саморезах. А еще он легкий и компактный. Весит всего 1 300 г, а значит, с ним удобно работать на вытянутых руках или в неудобной позе. И если бы не лукавство со стороны бренда, оценка от покупателей могла быть намного выше. Впрочем, и сейчас отзывы под моделью в большинстве положительные. По сравнению с тем, чем мне приходилось пользоваться, этот товар отличного качества. Крутой шурик за свои деньги, кручу все подряд, тянет без проблем. В общем, берите, но помните, что это все-таки не профессиональный инструмент. Неплохая модель для дома, не правда ли? Ссылку на нее и других участников топа вы найдете в закрепленном комментарии. И не забывайте про наш телеграм-канал, где много интересных подборок. А еще новости об акциях и скидках. Все подробности в нашем телеграме. Лучший выбор – это выбор покупателей. А мы двигаемся дальше. Следующая позиция в топе – и шуруповерт Z-Track Green Power за 3000 рублей. Оценка от пользователей – 4,6 балла. Если прошлый участник рейтинга пытался с нами хитрить, то вот бренд Z-Track в таком никогда замечен не был. Несмотря на не самую высокую популярность в России, это именитый и старый бренд из Чехии, работающий уже полвека и успевший себя зарекомендовать с положительной стороны. По параметрам, шуруповерт – настоящий монстр. Он выдает аж 42 ньютона крутящего момента при 1400 оборотах в минуту на холостом ходу. Можно загонять сотые саморезы в дубовую доску и даже оставлять их без шляпок. К счастью, есть пониженная скорость. Поставляется инструмент с двумя 20-вольтовыми батареями по 1,5 ампер-часа каждая. Хватит примерно на 4 часа беспрерывной работы. И при всем этом Z-Track один из самых дешевых шуруповертов не только в нашем рейтинге, но и на рынке в целом. Да, есть модели еще дешевле, но не от именитых производителей, с репутацией. А репутация тут очень важна, так как производитель внимательно следит за браком и не допускает его на рынок, в отличие от китайских ноунеймов. И это хорошо видно по отзывам в сети. Покупал для домашнего использования. Шурик для этих целей – огонь. Не ожидал такого от маленького шурика, такой мощности. Кирпич сверлит только так. А на нижней ступеньке тройки лидеров – инструмент Deco DKCD16 за 4000 рублей, набравший 4,7 балла от покупателей. Бренд Deco никогда не скрывал, что выпускает инструмент бытового назначения и не лезет в профессиональный сегмент. И за честность ему отдельное спасибо. Причем по качеству и надежности он вполне подойдет для работы в цехе или на предприятии. Главное не вылазить за рамки его возможностей. А они следующие. 32 ньютона на метр крутящего момента и 1350 оборотов в минуту на холостом ходу. Да, не топовые значения, но закрутить в доску сотый саморез удастся без проблем. Как и затянуть гайку. Но главное – это комплектация. Deco позаботились о том, чтобы вы могли начать работу сразу, как распакуете их инструмент. Поставляется он в собственном кейсе. Кстати, довольно неплохом. И помимо самого шуруповерта, там есть два аккумулятора, зарядка к ним. А еще целый набор оснастки из 62 предметов. Это биты, сверла, воротки и накидные головки. Конечно, не стоит ждать от них многого. Судя по отзывам, оснастка довольно слабая и на профессиональный уровень точно не тянет.
Но не забываем, что за весь комплект мы отдали всего 4000 рублей. Сегодня только набор бит может стоить дороже. В общем, на первое время их точно хватит, а потом уже можно будет и заменить. Главное, что качество инструмента на высоте. И это хорошо видно по отзывам покупателей. Работает отлично. В наборе есть все необходимое на первый случай. Потом лучше отдельно заменить сверла и биты. Для такой цены сборка неплохая, и плюс комплект, две батареи, сверла и биты, зарядник и кейс. Шуруповерт PIT PSR18 на второй строчке нашего топа. Средняя цена на маркетах 4500 рублей, оценка от пользователей 4,8 балла. Современный рынок буквально ломится от новых брендов, а точнее китайских ноунеймов, а хочется инструмент, прошедший проверку временем. И шуруповерт PIT как раз из таких. Именитый производитель, которому доверяют мастера по всему миру. Он не замечен в накручивании характеристик, а качество всегда выше среднего. Данная модель имеет честные 30 ньютонов крутящего момента и 1350 оборотов в минуту на холостом ходу. Классические две скорости работы и 18 положений настройки мощности. Шуруповерт легко справится даже с длинными саморезами. А еще он удобно лежит в руках. Бренд PIT всегда много внимания уделяет эргономике. Делает резиновые вставки с рельефными покрытиями и старается соблюдать весовой баланс. А это важно, так как сам по себе шуруповерт достаточно тяжелый. 2 кг 200 граммов в полной сборке. Нельзя не отметить и кейс, в котором поставляется инструмент. Как правило, в бюджетном сегменте это хлипкие пластмассовые ящики, распадающиеся на части через пару недель эксплуатации. Но только не у PIT. Ящик не только крепкий, но и удобный. Со специальными отсеками под оснастку, батареи и зарядку. Отличный вариант, если планируете выездные работы. Ну и мнение пользователей об этом инструменте соответствующее. Негатив встречается крайне редко. В основном положительные комментарии. Сколько крутил-вертел, сверлил и все еще не разрядился. Посмотрим, что будет дальше. Рукоятка лежит в руке хорошо. Очень много закрутил и открутил. Пока еще держится, бедняга. Падал с 3 метров на бетон, и ничего страшного не случилось. И, наконец, первое место нашего топа. Шуруповерт Noccart модели NCD20. Средняя цена на Яндекс.Маркете – 3300 рублей. Покупатели оценили его в 4,9 балла. Составляя наши рейтинги, мы всегда внимательно изучаем мнение потребителей о товаре. Читаем отзывы, анализируем их количество и качество. И с инструментом Noccart – это самая легкая задача. На Яндекс.Маркете под их моделями всегда полно комментариев. И да, мы понимаем, что бренд стимулирует покупателей их писать. Но согласитесь, если бы товар был откровенным хламом, никакими бонусами заставить написать хвалебный отзыв им бы не удалось. Шуруповерт действительно интересный, как по характеристикам, так и по качеству. У него 30 ньютонов на метр крутящего момента, две скорости работы и ручная регулировка мощности. Работает от аккумулятора на 20 вольт с 1,5 ампер-часами емкости. Вроде бы все стандартно. А вот что нестандартно для бюджетного сегмента, так это бесщеточный двигатель. Он надежнее и долговечнее роторного. Не требует замены щеток и гораздо легче переносит чрезмерные нагрузки. Чаще всего его можно встретить на дорогих инструментах. А шуруповерт Noccart стоит менее 5000, благодаря чему и попал в наш топ. Ну а для тех, кто сомневается в качестве инструмента, бренд дает 5-летнюю гарантию. Чтобы ее получить, товар нужно купить на Яндекс.Маркете. Но это не проблема. Зато если вам попадется брак или что-то выйдет из строя, вы сможете легко вернуть деньги. Что же касается отзывов, то проблема была не найти их в сети, а выбрать из всей массы всего несколько штук. За свою цену вполне неплохо собран. Дешевизны не видно, скорее наоборот, выглядит достойно и в руке приятно лежит. Пережил ремонт крыши, показал себя достойно. Одного АКБ при активной работе хватает примерно до 6 часов на первом режиме. Выбирая бюджетный инструмент, например, шуруповерт с ценником ниже 5000 рублей, важно понимать, что он не подходит для профессионального использования. Это бытовой сегмент, хотя и дома бывают высокие нагрузки. И если вы запланировали ремонт, или просто часто пользуетесь шуруповертом, то обязательно смотрите в сторону модели от Noccart. В нашем топе это лучшее соотношение цены и качества. У него 30 ньютонов на метр крутящего момента. Но что самое главное, надежный бесщеточный двигатель. А еще он компактный и легкий.
А если что-то сломается, то в течение 5 лет действует гарантия от производителя. Тем же, кто планирует загонять сотые винты в дубовые доски, лучше смотреть в сторону более мощной модели. Например, Z-Track, который выдает 42 ньютона на метр и среди наших участников является самым мощным. А вот покупая шуруповерт Deco, вы сможете приступить к работе сразу же. В его комплекте есть все необходимое, в том числе набор оснастки. Пусть не самый долговечный, но уже неплохо. Инструмент Pidge можно назвать уверенным середнячком. Звезд с неба не хватает, зато бренду можно доверять. Слишком уж он дорожит репутацией. Чего не скажешь о BoxBot. Шуруповерт у них интересный, но в характеристиках нас с вами попытались ввести в заблуждение. Поэтому минус баллы. А на сегодня у нас все. Не забывайте смотреть наши обзоры, которые помогут вам не ошибиться с выбором. Ставьте лайк, если это видео было вам полезно. Подписывайтесь и не пропускайте новые интересные подборки товаров для дома и бытовой техники. А если вы хотите первыми узнавать о самых мощных акциях и скидках, подпишитесь на наш телеграм-канал.